ваши окна целые? Ваши? Вот наши, да. У нас было заклеено скотчем напополам, сохранились окна. Как вы думаете, почему? Что, какая цель? А где, которая воронку-то образовала? Где ракета-то? Ну, она же взорвалась. Остатки уже ГСЧСники, наверное, собрали. Как вы думаете, ну, зачем? Тут народу много было ночью, все с фонариками. Света ни у кого не было. Ну, свет отключен был вообще с 12 и до 3. Даже до 12, правильно, не было света вообще. Как вы думаете, зачем они посылают? Я думаю, на какие. Вот я на первом этаже живу. Пойдемте вот отсюда увидите. Ага. Вчера до 3 часов ночи. Вот. Верхний, вон, видите, пленкой сделано. Ага. Вот пленка. Это треснутый, вот, мы тоже сделали. И вот. С этого было? Да, это первая квартира. Это 5-я квартира. Вот, видите, здесь и вот здесь. Ой, ну вот в этой квартире вообще у Людмилы Пантелеевны полностью все. Вон, второй этаж, видите? Да. И окна, и лоджия, все, полностью нет. Вот там, то видите, уже забито фанерой. А расскажи, будь ласка, у котрі стало еще бачили, чули? Люди стали сбегаться, смотреть. Да. А, вот на это вот это, вторая квартира, со мной рядом сосед. А не свое, все свое. А будете звертаться? Ну, куда звертаться? Ну, конечно, чтобы какой-то хотя бы сделали. Ну, сейчас говорят, вот привезут, должны такой ДВП привезти, чтобы заделать. Но не знаю, будем ждать.